На рынке криптовалют, как и на традиционных финансовых рынках, активно применяются боты. Это автоматические торговые системы, и сегодня как раз я расскажу за один проект, который использует ботов. По некоторым данным, более 80% сделок на традиционных финансовых рынках совершаются с помощью автоматических торговых систем, торговых роботов или, проще говоря, ботов. Представляю вашему вниманию торгового робота, функционал которого основан на нейронных сетях глубокого машинного обучения, умноженных на мощь облачных вычислений с применением технологии Big Data. Данный бот анализирует изменения вкуса, выбирает прибыльные комбинации и совершает сделки, используя искусственный интеллект. DeepTradeBot дает трейдерам возможность использовать функции искусственного интеллекта, которые делают криптотрейдинг более эффективным. Данное решение было разработано с целью помогать вам зарабатывать на трейдинге, не тратя на это все свое время и не изучая тонны информации. Основными преимуществами данного бота является очень простой пользовательский интерфейс, удобный для трейдеров с небольшим опытом и довольно низкие комиссии. Давайте же посмотрим, как это работает. Платформа DeepTradeBot работает с криптовалютными биржами Bittrex, Exma, Kraken, Binance, Bitfinex, Huobi и дает возможность арендовать одного из четырех доступных торговых ботов – MinBot, StandardBot, ProBot и NetPremium. Каждый бот имеет свои собственные условия аренды. Минимальный и максимальный диапазон ежедневного дохода, стоимость аренды бота, период аренды, минимальный и максимальный торговый баланс. Например, мини-бот совершенно бесплатный, и вы можете попробовать его на первое время, чтобы разобраться, как это все работает. Следующие версии бота стоят денег, но совсем небольших. Их стоимость начинается от $10. И самый дорогой бот, NetPremium, стоит всего $45. А теперь давайте поговорим об основных методах, используемых ботом. Во-первых, это высокочастотная торговля. Он анализирует ценовую чувствительность, которая может быть незаметна на взгляд. На различных биржах, по их книгам ордеров, как только это сделано, бот анализирует каждое изменение в книге обзоров и оценивает возможность движения цены вниз или вверх. Арбитражная торговля – самый простой режим, всегда доступный, но приносящий прибыль всего от 5 до 15%. Он постоянно обеспечивает дополнительную защиту в случае, если другие стратегии дают меньше на текущий момент. Также алгоритмическая торговля на основе технических индикаторов. Ну и фундаментальный анализ, основанный на трейдинге с учетом так называемого медианаполнения в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и так далее. Ну что ж, пора перейти к самому интересному. Сейчас я покажу, как зарегистрироваться и арендовать вашего первого бота. Первое, что вам необходимо сделать, это перейти по ссылке в описании к данному видео и нажать кнопку «Регистрация». Далее необходимо вписать свое имя, почту и придумать пароль, и нажать кнопку «Создать учетную запись». После этого на вашу почту придет письмо для активации вашей учетной записи, и уже после активации вы сможете зайти в кабинет. В кабинете вы сразу увидите полную инструкцию по аренде первого бота. Я советую вам вначале попробовать бесплатного бота, который дается на 30 дней. Переходим в торговую панель и выбираем мини-бот и нажимаем «Арендовать бота». Теперь нам необходимо выбрать еще раз бота, желаемую валюту и согласиться с правилом и нажать кнопку «Арендовать». Чтобы наш бот начал торговать и приносить нам прибыль, нам необходимо пополнить наш счет. Для этого переходим во вкладку «Кошелек» и нажимаем кнопку «Пополнить». Тут мы видим кошелек, на который нам необходимо отправить наш биткоин. Минимальные средства, необходимые для аренды пополнения бота, составляет $15. То есть нам необходимо пополнить сумму минимум на $15 биткоин. От суммы пополнения будет зависеть ваша прибыль, которую вы также можете просмотреть. После того, как мы пополним наш баланс, мы сможем активировать нашего бота и собирать свою первую прибыль. Если вы ищете способ автоматизировать торговлю криптовалютой, стоит попробовать DeepTradeBot. Бесплатный тариф мини-бот дает вам прекрасную возможность попробовать бот без какой-либо оплаты. Криптовалютный рынок развивается и растет изо дня в день. DeepTradeBot поможет вам войти в эту перспективную отрасль с минимальными затратами. Тактика DeepTradeBot действительно поможет вам зарабатывать, независимо от того, какова тенденция на рынке сейчас.
Переходите по ссылке в описании и подключайте своего первого бесплатного бота. А у меня все, до скорых встреч, пока-пока.